Если нужно поймать щуку буквально в любых условиях, то тонущие воблеры серии Flying Fish Joint как раз то, что нужно. Секрет такого успеха у щуки заключается во множестве факторов. Рассмотрим все эти факторы по порядку. Приманка имеет вытянутое, узкое тело, состоящее из трех сегментов. Сегменты между собой закреплены фирменным соединением под названием велосипедная цепь. Это соединение дает одновременно высокую подвижность и удивительную прочность. Голова приманки специально имеют выпуклые жабры с глубокими полостями. Это сделано для увеличения турбулентных завихрений под приманки во время проводки. Лопатка у Flying Fish Joint изящная, среднего размера и расположена под углом около 45 градусов. Петелька для лески закреплена прямо на лопатке в верхней ее части. Воблеры серии Flying Fish Joint имеют длину 7, 9 и 11 сантиметров. При этом их вес равен 7,2, 12 и 21 грамм. Вызывает удивление тот факт, что несмотря на то, что эти воблеры многосегментные, их можно забрасывать очень и очень далеко. Приманки красиво раскрашены в натуральных, флуоресцентных и светящихся тонах. Основная огрузка расположена стационарно в переднем сегменте. В среднем сегменте воблера располагается тихая погремушка, состоящая из пластиковых шариков. Она среднечастотная. При попадании в воду воблер тонет с явным наклоном головы вниз. На равномерной проводке воблеры Flying Fish Joint имеют сверхустойчивую, струящуюся игру со средней амплитудой. При этом воблер удивительно красиво извивается всем телом. Приманка отлично играет в очень широком диапазоне скоростей, от самой медленной до сверхбыстрой. Воблер хорошо привлекает рыбу на проводке подтяжками удилища с паузами. При этом на подтяжках приманка соблазнительно играет, а на паузах начинает безвольно тонуть. Эти трехсоставные воблеры отлично работают и на различных вариантах твичинговых проводок. На рывках Flying Fish Joint красиво вздрагивает, замирая при этом на микропаузах в причудливых положениях. После каждого рывка приманка застывает все время в новой позиции. На воблеры Flying Fish Joint можно с успехом ловить и в стоячих водоемах, и на течении. По нашему мнению, на течении эти воблеры работают просто изумительно. Приманки отлично соблазняют таких хищников, как щуку, крупного и среднего окуня, трофейного жереха, судака и многих других хищных рыб.